начали вылупляться курпачи. Несколько яиц уже проломленных. Самое интересное, что яйцо делится ровно наполовину. Когда цыпленок вылупляется. А вот новорожденный курпачоночек, только что родился. Шесть цыпляток у нас родилось. Вот уже и ходить начинают по чуть-чуть. Выставили под лампу. Они начинают трусить крыльями, наверное, сушатся. Да, просыхает. В моей шапке. Выгреваю их под лампой. Так, куда это он побежал? Стартовый корм.